Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy S22 Plus. И сейчас я покажу вам, как поменять частоту обновления экрана на данном устройстве. Для этого мы открываем настройки, далее выбираем дисплей, идем вниз, выбираем плавность движений. И здесь мы можем выбрать либо стандартную, которая будет экономить нам заряд аккумулятора, но при этом не будет очень плавной анимации. Либо можем выбрать адаптивную. Частота обновления повысится до 120 Гц, у нас будет более плавная, приятная анимация и прокрутка, но при этом будет быстрее тратиться заряд батареи. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.